Когда собака научилась отзываться на кличку, есть необходимость обучить ее двум маркерам, которые мы впоследствии будем использовать на дрессировке, которые нам очень пригодятся вообще для общения с собакой в жизни. Эти два маркера, которые обозначают и несут информацию собаке о том, что нам нравится в ее поведении, а что нет. Достаточно простое упражнение. То есть вы предлагаете собаке кусочки, и когда она их кушает, мы ей говорим «да», «да», «да». Так собака запоминает, что слово «да» является позитивным маркером. «Да». После чего открываем ладонь и говорим «нет», и зажимаем руку обратно. «Нет». Если собака снова пробует, нет, и вот она уже отказывается, после чего мы говорим «да, молодец», «нет», зажимаем руку, «да», открываем «нет», зажимаем руку, «да». Это начальная подготовка собаки к тому, чтобы научить ее не только, скажем, каким-то определенным маркером при дрессировке, когда вы с ней будете заниматься, и она будет допускать ошибки, вы очень легко ей будете объяснять, что вам нравится в ее поведении, а что, в чем, где она ошиблась. Но и также начальная подготовка к тому, чтобы собака научилась у вас не брать корм с земли, не брать корм у посторонних и так далее. Вот, то есть открываем ладонь, говорим «да», «да», собака ест. В следующий момент открываем ладонь, говорим «нет». Если собака пытается взять, мы закрываем «нет». «Нет». Супер, да.